Тиресп. Радио. Альтмит. Мост. Это лестница. Яма. Или же рампа. Так. Мид. Окна. Лиса. Канава. Эти помещения называем кухня. Потому что кухня и прилежащие к ней это кухня. Балкон. Эти помещения называем Т-апсы. Т-апартментс. Это просто апсы апартментс. Этот квадрат называется бойлер, потому что... Вот бойлер. Здесь козырек или патио. Ребра. Потому что вот эти колонны. Ниндзя. Нычка, чтоб прятаться. Арка. Библиотека. Может, помещение со шкафами для книг. Нычка у библиотеки. Апленд. Конкретно вот этот посадочный спот называется дефолт. Вот эта часть называется бэксайд. Это лестница тюрьма. Телега. Данный переулок, в котором расположено патио и телега, называется также А-шорт. А-хевен, А-балкон. Под балконом. Разлом. Перетяжка. Сити респ или коты респ. Колодец. Вот этот угол за ситку мы называли Борис. Потому что Борис нас ей научил. Ну, в КС-ке называется музыка. В общем, Борис. Этот угол называется дерево. Этот участок, особенно когда атакуешь у враги стоят, тут называется хелпа. Потому что отсюда помогают оборонщикам принта. В общем, вот этот участок называется хелпа. Церковь. За гробами. Непосредственно гробы. Вся площадка целиком называется Б-сайт. А конкретнее фонтан, бочки, это единица, ставим на единицу. Это нагромождение называется двойка, между единицей и двойкой это пространство называется сэндвич. Тут можно жать врагов. А, вот эта нычка называется куст. Тут можно иногда засесть и попытаться подловить кого-нибудь. Сейчас он, правда, не очень густой. Эта позиция называется тройка. Эта позиция называется тёмка. Мешки. Нычка за мешками. Бочки. Также фанера. Это называется плита. Весь этот пробег называется банан. Это дрова. На них можно встать. Это, как я уже говорил, яма или рампа, канава,
Мид. Ну, собственно, и все.